для этой программы послужило заметное в нашем городе музыкальное событие. Российская премьера сочинения одного из самых известных японских композиторов Кейко Фуджия «Сюита на воде в зарослях осоки». Это произведение автор посвятила Владимиру Мещуку. Владимир Мещук, лауреат международных конкурсов, пианист с мировым именем, в свои 33 года доцент Петербургской консерватории и, что особенно интересно для нашей программы, главный приглашенный профессор Международного фортепианного форума «Сопра» в Токио, окружил эту японскую сюиту в программе своего вечера произведениями Баха и Шопена. Существование какой-либо концепции он при этом отрицает. Когда я начал приезжать на мастер-курсы через музыку, через восприятие музыки студентами японскими, и я как-то начал понимать людей. Я просто погрузился, потому что я постоянно там нахожусь, в Японии. I think Japan people are fascinated. Вообще японская публика, она достаточно подвержена европейской музыке, много ее звучит, и это часть того, чего нет в Японии. Didn't have. Thank you.
It's very serious music. Музыка Баха, кроме time, того, что это очень серьезная музыка, она в первую очередь приближена к Богу. В традиции Японии исполнять музыку именно для Бога, а не для людей. Настолько свой язык не похожий ни на что. Он, вот я, кстати, дал нескольким своим студентам поиграть тоже фуджию. Им очень трудно. Они, не зная европейскую культуру, не зная японскую культуру, им очень трудно сориентироваться. Они начинают играть это либо как романтизм, либо как импрессионизм. Это не то и не другое. Это абсолютно свой язык. Ни на что не похожий. Нельзя играть это как романтическую музыку, нельзя играть это как Дебюсси. Абсолютно, это совершенно своя графика, это вот можно играть как рисунки Хокусая. У этого пианиста есть большая динамика, что, наверное, отсутствует в большинстве случаев у японских пианистов. И при этом наличие чувствительных струн, которые тоже отличают его от многих других. Thank you.
Thank you.
Я думал, что смогу за Владимира Мещука объяснить, где и в чем в программе его концерта соприкасаются миры музыки Фуджия с хоральными прелюдиями Баха и ноктюрнами Шопена. Прикидывал, не следует ли поговорить о дзен-буддистской медитации в связи с Бахом и о пути Луны в связи с Шопеном. Но так и не смог найти эти точки пересечения. Может быть, у вас получится. А Владимир Мещук тем временем учит очередное посвященное ему сочинение Кейко Фуджия. На сей раз это фортепианный концерт.